Ребят, сори, не работает. 9000 евро. У меня не 9000 евро, комп стоит. Я что-то боится домой всех пускать. Не, я не боюсь вообще домой пускать. Я хочу просто, чтобы было. Ну. А что, кстати, у Димана дома кто-то есть? Типа, я просто не хочу потом это выносить, Иван. Мне, чтобы мусор вынести, я тебе говорю, мне нужно ходить как далеко. Да. Ну, а я не хочу выносить мусор. Мы бы дома, мы бы открыли на улице. Черные мешки просто. Да? Да. Ты можешь на балконе смотреть. Не, чат, отвечаю, я просто хочу из-за мусора, потому что вы охуеете, сколько носить. Бедный мусор выкинуть не может. Ну что, Лерка дома, чат, вы что, не увидите ее, какая разница? Дело не в этом. Дело в том, что носить это невозможно, понимаете? Невозможно. А Диман, шалун. Шалунчик. Собак, ой, путь. Я что сказал сейчас, Лерка? Ой, господи. Ай! Можно я так же? Я тебе сейчас дам. Почему собака, которая, ну, типа, вот эта вот у них, которая выглядит как маленькая крыска, почему ее зовут Пуч? Я просто вообще не понимаю. Это какой-то абсурд. Я всегда вот смотрю, вот это маленьких собак называют то босс, то как какой-то доллар, бакс. Ёб в рот, блядь. Что снимай? Шмалгет варян. Да. Как ты, брат? Что за тиктоки? Как ты? Прикольно. Шма, ты знаешь меня? Нет. А его? А Равшана? Ты, да. Как тебя зовут? Миша. Миша, ма. Пока. Бою. Сука! Дай! Надо руки помыть. Ужас. Шма, прикинь, он сегодня себе огурежу смывал, ты руку жал. Не, вспомни, как твой пахан дырыч. Пила есть, пила, маму. Пила есть. Рэш, сука, рэш. Ну все, не запрещен, тебе руку пожал, брат. Я его маму. Да блин, это девочка. Это пацан был Миша. Ну, она просто... Ты у сы не видела его? Нет, это мальчик. Это Миша. Чистый гетверян был. Офигеть. Осуждаем. Что такое? Если у тебя Миша, если у тебя такой сын был, что делать? А? Если такой сын у тебя был, что делать? У меня не будет такого. А их ебанят, за что их банят? Это шоколадки. У тебя Юлька есть. У нее фигура. Талия, жопа хорошая. Видел? Какая, да. Какая Юлька, блядь? Ренатка, девушка появилась? Боёво. Бедный Макс, а вот что они приехали в Москву. Да видела. Ее задело то, что я сказал дешевый косплей. Я имел в виду то, что женщина Годжо, блядь, а не А чё он оправдывается? Годжо мужик, блядь, тупая, это вообще ж... Лёд. А с кем это Лерка сейчас? Есть какой-то контент вообще? С Дерзко? С Глебом вроде. А когда не вроде? Здравия желаю. Том, что ты пишешь? А чё он оправдывается? Я с Лерой не общался месяца два, чтобы вы понимали. Плюс-минус. На. Идиоты. Сигма, что случилось дальше? Ну, проиграл. Я был следователем 18 лет. Оправдание. Подожди, тут еще комментарий. Во-первых, о, ну, Хелен отметили. Хелен сделал репост, и тут еще коммент был Хелена. Там было написано факт, ну стопнук. Да. Ебать, это кто и говорит? Я написал. И мне впервые... Лев, скажи честно, это ты видос это сделал, да? Еще одна. Да, это мой вот фан-аккаунт по тебе я веду, вот. Выкладываю эдиты с тобой. Вот. А... Бля, как будто шип контента не хватает на Твиче, я что-то не пойму. Кого-то, как будто надо кого-то зашиперить. Лера, походу, бля, реально. Да не, вот. Так, Лера, да, походу, реально. Блять, это не кексики, это контейнеры из-под клубники. Вон, видишь, тут зеленые вот эти штуки. Это я клубнику ел. Вон, видишь, тут клубничные эти. Клубничные штуки, кексики, нахуй. Марихуана, хуяна, блядь. Это клубничные ошметки, блядь. Выглядит реально как будто... Да, блядь, нахуй! Какая марихуана, блядь! Докурился, хуился, блядь! Что ты пишешь, дурак, блядь? Ты слишком много... А. Тут денег теперь. Бать бабок! Лицо не надо, кстати. Здарова, это снова я. Что ты выберешь, дубина? Жу, я проект тапаю. Блум, Пиксельверс, Мимифай,
Zargate и котов. Я в 5 проектах так сейчас. Не, на самом деле, да хуй плюсов в чате. Вот, я только... Да не реклама, ёб, я 5 проектов только тапаю. Bloom, Pixelverse, Zargate, Citizen и Mimify, и все. Челы пишут хомяки W. Какие вы тупые, вы... Поставьте... Бля, подождите, ну это ж все шутки? Ну, типа, это ж все шутки? Ну, невозможно же, типа, ну, на серьезе вот эту хуйню страдать. Не, невозможно просто сидеть, клацать. Ну, это ж бестолку. Ты мне сейчас передо мной челов всех из чата. Давайте я сделаю вам игру, будете тапать? Я вывел $500 с ноткоина. Я на ноткоине $5000. Что $5? Это реально все происходит сейчас? Так кто тапает, клацает? Хомяков, ваших хамстеров, отвечаю, я там дам такую вертуху вам, которую я никогда в жизни... А сколько в теории может стоить эта монета? Ну, она ж будет стоить, типа... 0 там, и типа 700 нулей, и типа 25. Я не крутил. А если вы реально... А в чем смысл? Реально тапаете хомяков, вы конченые б***ки. Бля... Да ну нахуй, это не прикол. Что реально, это не прикол? Это все время не рофл, это реально... Я 2 месяца жил в том, что люди просто рофлят. Оказывается, реально они тапают. Боже мой, блядь. Я, получается, я дал, который всю жизнь играл в кликеры бесплатно. Что это за дрянь, а? О. Я вам даже больше скажу, я в кликеры еще и донатил. От, там вот эту рекламу отключить, чтобы быстрее у меня миллионы были. Я всегда и донатил туда еще. Бабка потапала хомяка. Зачем мочить ласку, если астероид замочит нас всех? Такое зрение и такая близорукость. Если мы помешаем ласке и его друзьям отклонить астероид, бабах! Он убьет ласку и всех остальных, пока мы будем безмятежно парить в ней. Что это вообще за мультик, блядь? Это ледниковый период? Братишкин мог 20 миллионов вывести, если бы там... Жене проебали. Осталось 4 миллиона всего. Так подождите, 20 миллионов? Это вы ж все ему ебали? Вы шо, ебы? Вы не будете парить. Никто не будет парить. Только школьники в туалетах. Сань, пора признаться, это не документалка, мы тебе врали. Мне не могли врать. 30 тысяч человек. Ты один здесь был. Все остальные честные люди, благородные. Короче, пошло оно нахуй. Я был тупым. Я хочу оставаться тупым. Думать, когда астероид об землю. И что его притягивает к земле? Бля, вот это просто пи***ц. Вот это просто пи***ц. Ты мужик, кто? Жидай его зазумлю. Пуч! 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 Посмотри на меня. Да, конечно. Он боится, видишь, совсем. Мне кажется, для него пуч даже, ну, звучит жестко. Мне кажется, он будет пугаться, потому что там есть вот это п, п, такая типа как пуч, он будет пугаться. И понимают, что его так зовут по-дебильному. Он не знает, откуда ожидать подлянки. Сколько ему? Боится. Ну и любопытно. Только попробуйте 38 начать писать. О, нет, кстати, слышь. Переиграли. 3 месяца. Я думал, сейчас начать писать 38. Учит одновременно. Нешуганной семейки какой-то, видимо. Не, кстати, там заводчики четкие были. Да? У него по паспорту там вообще, у него это испанцы. Он испанец. А, понятно. Все, унесу его пока, а то он сейчас реально обоссится. А что он там один бедолага? Да, было бы дабл, если бы он на него нассал. Страшно. Так он самостоятельно ходит, дверь закрыл. Я же у него хату снял, бабушка жила здесь. Не, на самом деле, да хуй упаковывать. Стой, Мас, не выглядывай. О! Вот это непонятно, это 2 или что? О. А что, как дверь закрылась? Так это Пуджик дверь закрылся. Ай-яй-яй, Диман, Диман. Ребят, ну а чё? Человек счастлив, человек улыбается. Вообще не понимаю, блядь. Все должны быть счастливы за Димана. Вот как человек, который любит Димана, видит, насколько он радостный, счастливый, как вот он может вообще что-то плохое думать? М? Вот это и оставлю. Вот это оставь, конечно. Конечно. Подготовьте аэродропы, Лерке ребят. Лерке будет жопку мыть. О, Максюш. Я сейчас Юльке чуть. Чё ты там в юльке? Чё ты как сама, как дела, чё делала, чё ела, чё спала, как спала, чё снилась?
Диман скрывает ее. Если это особо в ТГ, себе заливает все. А я, кстати, видел. Я думал, ну, никакого кипиша нет. Потом мне кидают, говорят, это кто? Я говорю, первый раз вижу. Потом смотрю, она у меня дома. Не получилось, не фартанула она. Не, ну а чё? Я не знал, что она сняла дома прям крузётик. Нет, я типа не против, конечно, поснимает. Что? А вот хочется, иногда сижу, такое настроение грустное. Хочется, чтобы просик на голову прям насал. Ща. Ты из Питера, да? Аккуратненько. Бачка идет на партнерку, поэтому без лишних слов, без лишних движений. Ребят, пока чил. Пока чил, ребят. Из Питера? Типа передернуло сердечко маленькое. Зайчик, ты охуел? Какие свидания? Я думала, ты только меня тетюнишь. Ух ты, блин. Не проси. Дай ее ТГ. Какую ТГ ее дать? Ты девочки? То есть я плохо выгляжу, да? Нормально выглядишь. Мы с Диманом общаемся. Там запостили в Африке, только в другие, новость про Димана. Я пишу, братан, удалить новость. Потом смотрю, это не мой паблик. Он скидывает такой, да уже не надо, время панч. Маска тоже нормально выглядишь. Ты без маски видела, да? Ну. Я Нет! Окей. Бедняешься, боже. Вот знаете, что дед смотрит? Дед это фрик. Дед это ебаный фрик. Он думает, вот я бы по-любому зубами бы у него забрал, нахуй. Я бы зубами у него забрал. Вот я уверен, если деда сюда пустить, он в этой бы луже, нахуй, с ним бы вот зубами дрался за эту хуйню, блядь. Когда такая ситуация происходит, надо в попку палец засунуть. Так, так. Реально, реально, есть. Рейд от Сани? Реально, спасибо большое, Сань. Сань, я все теперь свободная. Мы там с Саней вам обещали фильм. Я думаю, вы помните. Так что он будет. Не знаю, хотите ли вы меня на нем видеть, но вам придется, к сожалению. Даже если не хотите. Короче, грызут вас, вашего ребенка, вашу женщину. Короче, берете палец так. И суете прям в очко. Так. На какую глубину? Так. Собака сразу отпускает. Но там есть минус один. Даже два. Первое, так. Это то, что она, возможно, прыгнет на вас. А возможно. Второе, возможно, вам понравится. А кого-то кусал когда-нибудь комар в запу? Это опасно, что такие... А, меня муравей кусал. Ну, скажем так, я его... Саня предлагает зеленую книгу посмотреть. Ух, я даже немножко нервничал, когда это говорил. Вова, привет, это я, Хесус. Чё вылез в Reddit, Хесус? Прыгай в Дискорд, поговорим. А зачем в Дискорд? Ну, мы здесь можем с тобой нормально поговорить. Дискорд практичнее и быстрее. Давай, давай, прыгай уже. Слушай, Вова, я не хочу прыгать в Дискорд. Максимум, что я могу, это прыгнуть на твой ч... А вот в Дискорд не надо. Давай здесь поговорим, ну. 10 миллионов долларов за один стрим по казино. Ну, согласись. Я себе, блять. Можно, скажем так, как-то и, ну... Ну, отказаться от принципов на какое-то определенное короткое время. Конечно, ты готов можно, постримить казино быстро. За такие деньги? Хесус, ты в своем уме? Отказаться от своих принципов за какие-то деньги? Нет уж, спасибо. Мои убеждения и моральные устои стоят для меня дороже любых денег. Если бы я поступил иначе, я бы стал самым настоящим лжецом и лицемером. Так что нет, я не согласен на такое предложение, хоть ты предлагаешь еще миллион миллиардов долларов. Вот, села футболочка. Блядь, это просто что они делают с пожилым человеком? Бля, человеку 38, блядь. Ходят, сука, хуйню снимают. Не понял сейчас вот это что. А как же Лера? А там еще и Акулич. Бля, выглядит просто как настоящий дочер тут. Не, давай вот так вот. О! О.
У меня там еще и макаром. Что? Ты сейчас на шаманишь что-нибудь, не то? Сейчас. Короче. Давай заколдуем, чтобы про Реал Мадрид что-то заколдуем. Давай, давай. Я тебе сейчас дам про Реал Мадрид. Колдую на вечный понос. Все. Это не дошло, заклинание до меня. Колдую на новую женщину. Что это? Это неплохо было. Вы просто картину Никоглая заказали? Так это и он захотел себе. Это не я заказал. Говорит, спальню повешу. Макс добавил. Это не я, это он. Просто повесь ему на стену. Ну, отлепи. Повесь ему на стену. Повесь, пожалуйста. Что, блядь, я не понимаю, ему Крисуэйф не даст никогда. Как... Бля, я так и не понимаю, они встречались или нет? Если нет, то грустно. Если да, то грустно. Что, расстались? Какого логика? Они, блядь, неделю общаются. Он ей видюху покупает. Ха-ха-ха. Сука, дебил. А вот думаю, Крис, допустим... Что это происходит вообще? Что это? Что происходит на экране сейчас? Я не понимаю. Что это происходит? Почему клип вставлен, как я не понимаю ничего? Сука. Переписка какая-то. Что это? Кого переписка? Я не понимаю. Ему Крис Вейв не даст никогда. Какова логика? Он неделю общается, он ей видюху покупает. Сука, дебил. Я вот думаю, Крис подпустит его или нет. Хс. Нет. Хм. Купикслит все. Допустим. Лера спалила переписку с Хелином по поводу Глеба. Крысим, получается. А, вот и нашли гадюку. Ах ты, гадюка, блин. Вообще, а кто вот это пишет? Вот это Хелин, да? А, это Лерка пишет. Яс. Ревнует. Значит, его или нет? Хс. Нет. Сто проц, нет. Дальше я не вижу. Знаю ее 5 лет. Ой, блядь, ебать, цирк. А чё там сосовод, кстати? Чё у него там? Балдеет? Капа! Ты с***л. Хоть у тебя такой ник, сука, здоровый, блядь. А сам ты маленький. Кап! Капа, а чей ты фанат из девочек стримишь? М? Не вижу. Чей написал? Он написал что-то? Боже, блядь. Я не вижу, чтобы он что написал. Чей? Бугай. Какой бугай? Видите, как люди конструктивно общаются. Шейкдаун. Да. Ну вот и думайте, какая Лера на самом деле зайка. Хочешь в ебу Леру, мне похуй, я... Ребят... Если что, мне кажется, что если открыть любой телеграм-канал любого человека, именно личный, там столько дерьма, столько на... Все на друг друга пи***ть. Ну, просто успокойтесь, ну это нормально. Все всегда будут, все хуй... Просто привыкните к этому. А друг другу в лицо улыбаться, бля. А чё? Вы чё думаете, бля, кто-то не пи***ть? Вы что думаете, я про Диман не писал? Тоже писал. Какой Диман классный. Батя дефает. Так нет, это ж факт. Я помню, как в школе мы переобувались. Сегодня мы братки с одним, другого. Завтра мы уже братки с другим пи***ть того, блядь. Та запейте, блядь, так нахуй. Я сяду. Не, мне лично блядь. Я вот честно скажу, даже вот я, например, узнал бы, что кто-то на меня там типа пи***л за спиной, мне было. Не, ну хотя ладно. Да похуй, реально. Не, ну если бы типа сидел а-ля типа там Макс, прикиньте, бля, что-то походу, слышите, я перегнул. Прикиньте, Иксал у меня там с кем-то общается, говорит, бля, Вадя гандон ебать. Слышь, а сам ты гандон ебать, Люха, не приходишь на стримы, бля, в месяца два.
Блять, осуждай, не падешь, все, успокойтесь, нам кого там, угомоните, сидите дома. Слушай, я немного завелся. Ты переписку спалила с Хелинлом, про Кристинку, видеокарту. Все никак не можешь забыть Глеба. Да мы просто обсуждали, думали, кто подарил. Ну да, ты прав, я все никак не могу забыть, я думаю. Каждый день лежу в кровати перед сном и думаю, блин. Заряжено? Да, тут меня не стреляют. Дмитрий! Дмитрий. Дмитрий проходит обучение, ребят. Джарвис. Что прикольно открывается. Да, дай попробуй. Хочешь попробовать, держи? Ну на, посмотри, как это выглядит. Что за хуйня вот это вот так вот уебанно выглядит? Ага. Прикольно. Джарвис опен. Железный человек. Я ебался. Ты чё, хуел? Как же охуенно подбирают актеров, бля, вот просто, сука, вот просто представьте на секунду, что вот это был бы железный человек, вот просто, бля, вот так в фильме, блядь, вот просто вот так, и вот это ебало, ты понимаешь, что все, галактики пи***ан. Железный человек, который отъелся. Ты чё, хуел? Кстати, я сейчас задумался и понял, Ваня, похож на Даню. А Максим ни на кого не похож. Вот и думайте. Вот и думайте. Ты уже это говорил? Начни с пи***л! Вот видишь? Начни с пи***л! Готов? Давай! Блядь! О, боже, кстати! Готов? Стреляй! Давай! По шлему, по шлему, по шлему! Кстати, очень хорошо. Вот так сзади вот так вот руки наручниками сцепить. И палец в попу совать, чтоб дерьмо текло. Ай-яй-яй! Ох, как я пухнул. И типа ничего партнер ваш сделать не сможет, так какашка будет лезть. Нормально, нормально. Ай-яй-яй! Купон на один миньет. Так. Купон на один куни. Так. 5 штук. 5 купонов на один куни. Дальше что? Купон на один анальный секс. О! Вот это порядочно! 5 купонов на анальный секс. Бля, мне кажется, вот такие купоны никогда в жизни не сработают. Типа, ну, вот если бы эти купоны были бы наоборот, они бы легко сработали с мужчиной. А, блядь, как будто так они не сработают. Такой, типа, купонами нет. Она такая, иди на***, и все. Иди на***, просто тебе скажут. Я уверен, нахуй. У меня нет настроения, и ты идешь на***, просто. Уличный дядя, это Бруклин, мусора, б***ди. Клал на закон, живу по понятиям. Что? Черный диплом, ай-яй-яй. Я вернусь. Улицы в ахуе, выходим ночью, я сплю до обеда. Это Бруклин, мусора, б***ди. Когда я был помоложе, я думал, что нахуй, ну, как бы детей. В смысле? Это хорошо. Кстати, напомнила мне эту затирачку. Я, естественно, как и все, ну, нормальные люди молодые, говорил, что да ебать. Бля, кстати, мне сейчас жопу уж продал. Казику. Скоро надо Казик стримить. Надо, походу, этот. Я что-то его увидел и вспомнил про ТикТоки. Надо... За ТикТоки, что ли, опять платить? Ну, точнее, начать платить. Этих детей... Эти дети... Как сказать, сука? А вот там как-то сложно, я тоже не знаю, как сказать. Дети, короче, они... Да как сказать? Сука, тварь! Когда страшно будет, чел, а игра ебаная. Вообще не стрёмная. Вряд ли будет страшно. А как она хуя напугала? Ладно, отсюда. Хозяева такой занимались 2 года назад. Где сейчас хозяева, а где мы? Это даёб. Бля, если сравнить, где хозяева, а где мы, бля. Лучше не сравнивать, как будто. Иван, там. Парамаунт там вообще уже улетел, нахуй. Не крутится, прикинь, Иван тут. Чё там? Иван, там.
Не крутится, прикинь, Иван тут. Чё там? Бля, мне порой Макс начинает напоминать этого Чиназасана. Тоже такой что-то ходит там. Не крутится, прикинь, Иван тут. Чё там? Чё там? А? Не, ну коротенькое время. На какое коротенькое? Ну, на коротенькое. Пишет, вот так, туда? Да. Давай, тебя снимай. Туман, пишет, пуш СС. Я тоже такую хуйню хочу, блядь. Я хочу такую машинку. Батя, видели новую легендарную капу Хантика? Ее мутят, я не буду смотреть. Она норм. Сейчас, быстренько. Здорово. Это я собак твоя. Да? Мо. Ну, Флади. Да ну на. Ты че? Ну ты на. Да че вообще, ёб... Когда я с твоим ебаным QR-кодом пришел в отделение Валберес... Цел бесит. Минус кореш. От Флокса такое сообщение пишет. Получать посылку, она отсканирует... Чел написал Хитман, я просто представил. Вы понимаете, что он будет обратный Хитман? Когда он будет прыгать, время будет ускоряться. Вы это вообще понимаете в своей голове? ...провала QR-код, и она увидела в списке купон на один миньет, розовые так. Наручники, так. Паленую кепку BMW и пистолет, ты будешь сейчас 5 серий смотреть, потом фильм, потом еще что-то, да? Не знаю, я вызвала мастера, чтобы мне этот... Я тебя вызвал. Чтобы этот... Что? Ну, какого мастера? Чтобы посудомойку... Я тебя вызвал. Что? Что за мастер, объясни мне, чтобы посудомойку мне... Я вызвал тебя. Глеб. Ну, смешно, да. Придурок. Они встречаются, надеюсь? Посудомойку мне починили. Когда аниме будешь смотреть? Окей. Okay. Ребят, вы должны понимать, что аниме смотрит сейчас сам Сер-сан. То есть, ну, никто не имеет права смотреть аниме, пока Сер-сан не разрешит. Нужно в 3 часа, поэтому я не знаю. Чел пишет. Зачем Вова тебе? На подкаст, блин. Одного. Давай, боком, Ванечка. Не, это самое максимальное. Димон, ему колеса сломал. Димон, ты колеса сломал походу. Димон, ты колеса. Нажираю трек. Сереж. Бля, какой Макс фрик? Это по-любому Макс за рулем, да? Кто-то посмеялся. Девушку его видела? Кого? Лекса, это девушка? Вы уверены, что это девушка? Девушка? Его? Ну, я думаю, раз он об этом не анонсировал, значит, не девушка. Вы как будто первый раз видите его взаимоотношения с женским полом. Сколько раз он говорил, что он куда только не ходит, и в стрип-клубы, и в дрочильни там, и туда-сюда, и вот как бы, что за бред-то? Блядь, надо чат не читать, и сейчас просто кончено. Вы видите вот своими глазами какой-то контакт с женщиной, и вы думаете, что это его девушка? Хотите, напугаю ее, вот, только не спойлер. А, блядь. Глаз не видит теперь. Киньте еще одну зэр. Там пишут сразу типы. А, нет, подожди. Я видел сообщение, клянусь. А, вот смотри. Охуеть, ебать, крысы. Вам 52, ппп. Киньте еще одну зэр. Братишкин ответил Авелону. Обосрался.
У меня ноги онемели, я чувствую их. Откуда ты здесь появился? Я ходил в школу и сказал... Короче, она максимум поржать может с него и залутать цифры. Я сейчас сру сижу. Не более, я думаю. И у меня ноги онемели. Я не чувствую их. Бля, это такая жизнь, пиздец. Это жиза. Но, кстати, я, вот мне 27 лет сейчас. Чё старушка боёвала, выкусила, мне 27 ещё, я научился сразу смывать. Представьте, я научился смывать сразу. То есть я сижу, например, в туалете 30 минут, но при этом не воняет. Ну и кому-то ж я достанусь. Поздравляю. По сути, это уже занос. Мы создали поисковый отряд и до сих пор ищем... Да я не умер, я живой! Зачем ты это делал? Зачем ты создал какой-то поисковый отряд и назвал его Барсиком? Я видел то, чтобы школьники мне уже показали видео. Ходили толпёшкой. Листовки развешивали с моих фотографий. Вообще тю-тю! Спасибо за твои стримчики, Глеб. Очень поднимают настроение и очень я рад их смотреть. Микки убьёт дач в конце, а дач... Чтоб ты... Дох, дал! Сука, урод! Пучи, блядь! Чтоб ты нахуй обосрался, блядь, со своим креслом, блядь, детским садовским! Бля... Все же женское пиздец, блядь. Дурак, блядь, чё? Это Вальдик. Я сейчас опять подумал. Бля! Боже, вы понимаете, как мне сложно стримить? Я постоянно думаю о какой-то Вот просто, я не знаю, есть такие люди еще, как я. Я сейчас сижу и думаю... Наверное, в России таксистам сложно, когда им написано, что у них должен быть бустер, они гуглят бустер, а там слава, типа они бустер, и они думают, что мне надо купить, чтобы возить детей. О чем я думаю, боже, о чем я думаю? Я просто вспомнил, что бустер перегнал бустер, который, о боже, я не знаю, мне реально сложно жить, я во мне живет 8 человек, которые одновременно думают. О, не, нормально. Вот у вас бывает такое, ты сидишь, типа смотришь, все окей, ты воспринимаешь, и резко начинаешь думать какую-то просто ебанутую хуйню. О чем думает? Нормально. Шарфа можно, да. Ай-яй-яй. Нормально. Пи***ц, Серега вообще другим человеком для меня открылся, я клянусь. Вот он прилетел, я с ним пообщался, вот тут Серега веселый, это она, я вам клянусь, если бы Серега ходил на всякие вот эти шоу мои, он бы столько за, сука, клипов сделал, я вам клянусь, он очень смешной. Ну только музыка кончилась. Поставь уже кальян, твою мать нахуй. Бля, не беспокойся, братош. Не, нормально, садись, Серег. Давай подержу. Все под контролем, вы что переживаете, я, бля, кальяна, сука, я, бля, с ним родился и нес его, бля, изначально. Я не могу ее запи***ть, Венера, бэби. Кальянчик туда будет, Серег? Ну-ка вдохни этот дым. Я сейчас вдохну этот дымок. Я сейчас этот дым, нахуй. Дымок, как удал потолок, ермак. Сколько стоит поставить Венеры? Бля, надо поставить Венеры, реально. Ублюдок. О, ушел. Я попробую. Я тебя сейчас подожди. Нет, Серега не только воебовый, он еще смешной пи***. Он именно завозит, я вам серьезно говорю. Серега на подкаст. Сереге надо чуть налить. Да, короче, надо сделать подкаст вот такой, как мы всегда делаем. И потом, короче, сделать фриковский подкаст. Чисто, короче, вот ночью. Знаете, так, как мы хотели один раз, там, 10 в 11 часов под пивко. Ай-яй-яй. Серега на кальяне. Да, ну, не Серегу, я имею в виду. Типа, классно. Господин Йода! Я готов принять ваши силы! Да! Я уже не тот Марк, а котов! Я просто побеги вперед сейчас, я прошу тебя, пожалуйста. Хочу увидеть, как это будет выглядеть, когда он будет бежать. Там слышали все! Я приспешник мистера Йода. Темные силы будут побеждены. Глянь, я тебе побу, блядь, тучу за мечом, лошары.
Ёб на мой, вообще можно 10. Я бы тоже хотел бы всякой хуй заказывать. Ну, что можно заказать? Я просто не понимаю. Ну, я с Алиэкспресс, конечно, могу заказать, но как будто это не вайп вообще. И тёлок как шашлык насадить, блядь. Люблю больших. Люблю бомбастых. Люблю больших. И коренастых. Люблю толстух. Ох, чтоб все на складках. Я обалдею. Всем привет, это я, Мото-Мото. У меня были обязательства перед Яндексом, и я должен был выполнить их. Это бизнес, понимаешь? Это не просто так все происходит. Что это такое? Ну, тогда и не пи***й на меня, касаемо стримов по казино. Да, я стримлю казино, но это ж бизнес, понимаешь? Все так происходит. Шо ж там, деньги, как говорится, не пахнут, да, Вова? Ну, слушай, дело не столько в самом казино. У меня, знаешь ли, есть свои принципы, свои моральные рамки, которые я не хочу нарушать. И стрим по казино, в отличие от какой-нибудь рекламы, как-никак идет вразрез с ними. Я не хочу показывать своим зрителям такое, понимаешь? Это не только вопрос денег, но и вопрос этики. Хесус, не думаю, что совсем уж так, но да, бывает, что среди аудитории Stream Insight сидят одни идиоты, но у меня есть отличная модерация, поэтому они особо ничего дурацкого в чатах не пишут. Ну, слушай, не знаю, касаемо твоей аудитории, если говорить, то у тебя тоже, конечно, на стримах сидят пару идей еще, наты, б***ь. Хесус, ну, знаешь ли, все в этом мире не идеально. Бывают люди разные, и среди моих зрителей тоже есть такие, которых хочется сразу послать подальше. Но я не могу постоянно следить за всеми, поэтому у меня есть прекрасные модераторы. Ага. Это так, точно, б***ь, искусственный интеллект, как будто просто Вовчик сидит, что все в порядке. Хорошо, я тебя услышал. Плевать, просто поцелую тебя. Мау! Сука, блядь, что за хуйня? Ты смотри, как предки целуются. Вот это есть... За сколько давай по новой съест этот микрофон? Вот этот момент, что ты такой... Дайте мне вилку! А сейчас с будущим разбаном. Вы когда-то видели, как целуются ваши родители? Ебать. Да? Серёга, какой Серёга, шот? Блин, готов? Я, кстати, вчера им скинул, если что, за краба 40 тысяч. Не расстраивайся, Лерон, я буду твоим папой. Что за день рождения? Вот я дурак. Минетик бы сейчас. Берем эту? Лерускин бы меня... Выключи, пожалуйста, я сейчас... Подожди, чуть-чуть. Что это? Надо, чтоб чип завтра на ДР запустился, там будет интернет, и мы сделаем пьяный подкаст. Стоп, а кто будет на день рождения? Я и чипс? Так это еще будет романтическая обстановка. О, я себе, слышу. Я себе он дунул. А, Лера будет еще? Кто-то был. Ну тогда. Блин, я ничего не понимаю, что тебе тут пишут и как это вообще стримить? Что такое стримы? Слушай, стримы это вообще классно. Я обожаю очень свою аудиторию. Я обожаю, когда мне много донатят. И вообще стримы классные эмоции приносят, знаешь, круто. Да? Офигеть! А, круто! Блин, ты такой молодец! А как ты так добилась такого успеха? Ой, спасибо, да, это очень трудно. Я на самом деле, ты знаешь мой первый опыт, как я вообще стримила, что я начала стримить на коробке. У меня вообще ничего не было, реально. У меня, я через труд
проходила это все, несколько лет пахала, то есть у меня сколько-то лет не было вообще онлайна. Все без Дауна, Наталья без Айка, слушай, шизофрения началась. Вы долбаны, ебать, просто вот так вот, чтобы чат ваш дурацкий не читать. Что мага! Вы, сука, тупо... Просто мага! А это что? Я не знаю, что это, блин, какая-то жвачка модная. Какая-то модная жвачка. Дабл кью. Крис, беги! Прыгай, Криса! Крис, прыгай! Меня уже не поднимай! Лети, 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 лети! Крыса меня убила! Какая крыса? Нет, ты меня сейчас крысой обозвал? Нет, меня какая-то крыса убила. Меня сейчас крысой обозвал. Я говорю, нет, мне говорят, что крыса в чате. В чате? Алло, мы передумали, можно нам, пожалуйста, камчатского краба? О, вот это зашло. Это я зашел на стрим, ребят. Ну а чё? А когда не ели-то? Спасибо большое. Недавно листаю ТикТок. Смотрю, какая-то этот... какой-то, короче, ебаный ролл в Одессе делают с камчатским крабом, с черной икрой сверху. Я уже думаю, ёпта мать, может, комментарий не нажимать? Думаю, ладно, нажму. Нажимаю комментарий. Камчатский краб. Чел пишет. Как называется ролл? Зрада. А, Максим! Разбалом! Я плачу, что ли? Да! Ты до сих пор не понял? Ба, сколько это все стоит? 200. Василий, мы 200 скач сделали. Что? Я 150 думал где-то. Не, какие 200 ты вообще? 300. Вообще по 500. О! 185 вышло? 500? Угу. Нет, 100. Да, ну что? Ты че? О! Все! Сигналка! Сигналка! Я вообще с Певчанского дал. Твою мать! Не, подожди. Убегаем! Твою мать, блядь. Так, подождите, а когда мне подкаст получается делать? 21-го? Убились! Доигрались! Чтоб я еще хоть раз аниме слушал, блядь. Не, подожди, может реально где-то на первом этаже пожар, мы сейчас горим. Давай прыгнем, нахуй. Да еб***! Не говори так. Это тренировочная, дважды не может быть. У меня в школе только одна была. Серёжка живой? Сгорел. Нет! Углей ты? Да ебать! Не говори так. Это тренировочная, дважды не может быть. У меня в школе только одна была. Серёжка живой? Сгорел. Нет! Да углей прям? Прям. Иди посмотрим, не может иди быть. Она ему. Все, всем покедова.